бордер, девочка, поэтому все данные. Все данные для того, чтобы собака получилась отличная. Хорошо. Настроить, понимаете? Вас настроить. Бордеры достаточно автономные собаки, им территория не важна, они могут работать где угодно, хоть в космосе. И на Луне, кстати. Вас вообще не нужно волновать, что ее там интересует. Фу, и выслали. Да, вот так. Ты же моя умница. Она от вас ушла, а вы ее сейчас покормили за это. Думаю, что съест тебя или нет. Нет, съесть она вас не может, а вот да, это не та порода, которая кушает людей. Второй раз уже коррекция не понадобилась. Да, видите, насколько обучаема быстрая собака. Прям чуть-чуть мы поставили задачу, она уже со второго раза все отработала. Хватит кормить собаку, только поощряем. За то, что вы ее любите, она получает вашу ласку, общение, внимание, а все остальное за работу. Если куски будут идти просто так, сыпаться от того, что она просто такая милая, она не будет ценить. Да. Вот, хорошо. Туннель. Слушайте, это потрясающе. Развернули, а обратно прыгаем. Туннель. Прыгаем? Прыгаем. Барьер. Да, замечательно. Очень хорошо. Лучше, чем очень хорошо. Так. Если вы будете хватать ее все время за шкуру, вы получите укусы. Вы стимулируете собаку надкусываться. Не надо этого делать. Хорошо, ну вот видите. Поняла. Ваша задача просто объяснить собаке, что нужно делать. Желательно это делать без насилия и без укусов. Сидеть. Вот ваш путь развития, да? Небольшая дистанция, уже потеря небольшая контроля. Команда сидеть, самая простая. Давайте команду сидеть. Это не сидеть команда. Команда сидеть, вот как выглядит. Она знает, главное, что интересно. Ближе, значит, раз забыла, значит ближе. Хорошо. Отошли. Все, вот теперь сидеть. Луна, сидеть. Эмоции. Сидеть. Луна, сидеть. Ай, браво. Ай, хорошо. Дайте эмоции немножко. Я вам скажу, это та собака, которая от этих жестов и команд как раз кайф и получает. Ей, конечно, сейчас нужен сыр, но значимость его в возрастном периоде будет снижаться. Мы у вас уже были. Я прекрасно вас помню. Вы у нас уже были. Я помню. Да, очень хорошо, что пришли. Я доктора, думаю, надо пролечить до конца. Хорошо. 6 месяцев. Так, на сухое, но плитку можно поставить, да, ваш рюкзак? Ну, хорошо, давайте вот сюда, чтобы сухо было. Хорошо, ну давайте на тумбу вашу красоту. Напомните, сколько нам сейчас? 6 ровно. 6. Замечательно. Тихонько. Ну куда вас сразу дергать-то? Да. Давайте. Кусочек в нос. Луна. Тумба. Бордер, девочка. Поэтому все данные. Адекватно, абсолютно. Все данные для того, чтобы собака получилась отличная. Хорошо. Вас настроить. А собаку-то не надо настраивать. Привет, мой хороший. Хорошо. Ладно, ну давайте. А что получилось с тех пор, как вы начали заниматься там уже? Любит. Теперь мы ее тоже любим. Теперь всех любят. Собачками нашими с тремя. Они не прессуют, кроме моей Джека, который это Джек. Ну, естественно. Это она чуть что сразу прессует. Ну, я думаю, что там вообще вопрос воспитания уже Джека. Там, наверное, да, какая-то ее темперамент. Да, там она мне в 3 года принесли, она уже была взрослая. Да, я помню, там сразу такое сложное было поведение. Да, кусается. Вот. Хорошо, так. Ну что, дрессировка нормально проходит? Нормально. Учится она любит, наверное, интересно. Она просто вот горит. Естественно. Ну, порода-то какая у вас, а как же? Я сгрузила в центр, и если ей не хватает, она бегает, нарезает там по 20 кругов. Поняла вас. Так, а напомните мне, сдачи у вас как? У вас есть территория у нас побегать? Есть территория. Есть побегать. Танкхаус, она бегает на пятаке. Понятно. Хорошо. Ну, давайте тогда посмотрим, что у вас с дрессировкой. Покажите, что к этому времени вы уже освоили. Молодец. Тумба, вообще вопросов у нее не возникает. Давайте настраиваться. А потом, расскажете, что у вас не получается, чтобы мы с вами подстроились. Хорошо? Сидеть. Ну, давайте. Можете внизу, можете на тумбе, что вам, где вам удобнее. Покажите, пожалуйста, общий курс.
Бордер достаточно автономные собаки, им территория не важна, они могут работать где угодно, хоть в космосе. И на Луне, кстати. Сидеть. Так, сидеть, хорошо. 6 месяцев, хорошо. Так. Лежать. Так. Нет, лежать. Сейчас начинается или всегда? Нет, вот сейчас. Сейчас, да? Ну, значит, запахи, да. Лежать. Так. Нет, так она ничего, нормально. Угу. Хорошо, дальше. Сидеть. Это фу. Ой. Да. Сидеть. Сначала переключите внимание на себя, а потом давайте команду. Если она отвлечена чем-то и смотрит в другую сторону, скорее всего, команду сорвет, да? Угу. Вам нужно сначала все-таки Луна. Когда она вас посмотрела, сделали. Луна, сидеть. Сидеть, хорошо. Луна, зайка. Мне кажется, она мне в нос прямо, это самое, на руке сидит. Я вообще не видела вашего зайка, она такая молниеносная, ваша зайка. Давайте сделаем чуть-чуть помедленней. Но она падает, то ли лапу не спала. Вы просто очень быстро не дайте. За сыр готовы на все. Хорошо, ну давай, мой хороший. А, вот так вот. То есть надо да? чуть. Нет, да. Ну я просто не это. Ну нет, я могу и спереди, не в этом дело. Давай развернем. Так, вот надо вот. Вот молодец. Вот так, сидя, чуть-чуть оторвать лапы, да, от земли. Вот, фу. У меня еще никто сыр не отнимал. Ишь, какая. Луна, сидеть. Да. Вот чуть-чуть поднимаем. Вот. То есть у нее равновесие есть. Нет, иди сюда. Она не должна подниматься на задних лапах. Нужно вот чуть-чуть оторвать передний. Самое главное, вот, да, молодец. Не давайте ей упираться носом в ваш сыр. Убирайте немножечко. Но это должны быть миллиметры, да? Чтобы она видела сыр непосредственно. Хорошо получается. И, наверное, через неделю уже сядет. Если вы будете... Вот, да. Не давайте ей упираться на руку. Хорошо. Так, есть еще какие-нибудь команды? Поклоны, змейки? Да? Ну, молодцы. Стоять. Юль, поклон. Хорошо, да. Неплохо. Ну, змейки все это она делает. Мне даже конусы подарили. Мы там вокруг конусов. Конусы, замечательно. Ну, давайте посмотрим, что у нас вокруг конусов. Давайте восьмерочку. Давайте коллекции лед, пожалуйста, вам красота сплошная. Луна. Давайте восьмерку. Восемь. Ничего страшного, да? Она отвлекается, это новая территория, да, поэтому да, это 8. И важно. Ага. Хорошо. Сыр. 8. Не хорошо. Сыр, а 8. Что за команда я такая для себя сыр? Радуюсь. Так. Обратно. Так. Обратно. 8. Прекрасно, молодцы. Давай, умничка. Давай, да, ну здесь прекрасно, хорошо. Давайте к этому конусу встали. На тот высылаем обход, пожалуйста. Луна. Обход. Обойди. Обойди. Обход. 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 Да, хорошо, молодцы, замечательно. В обратную сторону, пожалуйста. Не спешите, делайте все спокойно, мы же не торопимся с вами. Это всегда бывает в начале, давайте не спеша. Так, обход. Так. Обход. Обход. Да, молодец. Да, молодец, хорошо. Так, давайте сейчас немножечко по системе препятствий пройдемся, чтобы вы успокоились, настроились. Так, значит, начнем мы с тумбы, сажать ее сюда. Иди сюда, Луна. Так, что мне нужно от вас? Смотрите, вы спуститесь вниз, в колечке лежать, потом делайте полный обход конуса, то есть кружок, хорошо? После этого команда тумба сидеть, потом стоять в фиолетовом кольце и заканчиваем на коричневый, хорошо? Ну, давайте начинать движение, посмотрим. Идете справа или слева, где вам удобнее? Так, и немножко подышали, лежать, чтобы лежала. Да, молодец, неплохо, умничка, дальше. Обход.
Стоп, секундочку. Смотрите, вот здесь небольшая ошибочка у вас. Вернемся в колечко. Надо ее поднять, да? Да. Смотрите, верните ее в колечко. Значит, смотрите, она у вас лежала. Да. Вы ее должны поднять, типа пойдем или что-то, или вставай. Потом вы должны сказать вперед, а потом уже обход. Нельзя. Вы подняли собаку вот здесь. Команда и обход. Ну, где она тут обходить-то будет? Нужно найти предмет, который вы должны обойти. И только после этого команда. Хорошо? Не путайте ее. Она у вас слишком умная, она начнет нервничать из-за этого. Хорошо, давайте. Пойдем. Вперед. Обход. Обход. Хорошо. Обход. Да, замечательно. Молодцы. Да. Вперед. Тумба. Тумба. Да, сидеть. Сидеть. Умница. Хорошая девчонка. Так. Жена. Стоп. Сиди. 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 Сидим здесь, да? Да. И на тумбу. Вперед. Команда тумба. Вперед. Хорошо. Тумба. 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 Луна. Тумба. Ай, браво. Сиди. Хорошо. Замечательно. Молодцы. Неплохо, да. Более собрано. Очень хорошая динамика. Видно. Хорошо. Та же задача в обратном направлении, которую вы делали. Пожалуйста, до серой тумбы идем в обратную сторону. Хорошо, что начали с луна, прекрасно. Это фу нельзя, дернули. Ведь тут такие запахи, все же интересно. Вперед, да. Какую сидеть, когда она только залезла? Да, вот сейчас хорошо. Кружочек вокруг конуса. Вперед. Обойди. Обойди. Это нет. Нет, обойди. Ага, хорошо, да, замечательно. Обойди. Да, в 6 месяцев стимулятор сыра. Вперед. Это очень даже правильно, и так должно быть. Лежи. Да. Лежи. Хорошо, на тумбу сели. Лежи. Молодцы. Лежи. Выдержка лучше стала. Вперед, вперед. Будет еще лучше возраст. Тумба. Имеет значение. Хорошо. Проходим систему. Прыжок, сидеть, прыжок, тумба. Давайте. Вниз. Барьер. Барьер. Хорошо. Тумба. Тумба. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Тихо, тихо, мягче, мягче. С бордером понежнее все-таки немножко. Девочка-то у вас хрупкая. Так. Вниз. Хорошо. Барьер. Барьер. Хорошо. Тумба. Вот отдернули неплохо, а это фу. Вы смотрите, вы дергаете, но ничего и не говорите. Вы должны обозначить, что... Да вас вообще не должно волновать, что ее там интересует. Фу и выслали. Да, вот так. У вас в руке стимулятор есть. Этого вполне достаточно. Хорошо. В обратную сторону та же задача. Хорошо. Прекрасно. Тумба. Сидеть. Замечательно. Вниз. Было сидеть? Было. Ничего. Хорошо. Давайте через барьер. Вперед. Барьер. Да. Тумба. Тумба. Хорошо. Так, ну давайте немножечко посмотрим. Очень хорошо. Ну, значит, работали. А давайте сейчас посмотрим немножко на дистанции. Оставили собачку на тумбе. Развернулись, разумеется. Хорошо, поводочек мне, чтобы просто подстраховать. Да? С поводка отпускаете на прогулках где-нибудь? Пока нет. Так пока нет. С поводком. А, ну хорошо, с поводком, неважно. Отпускаете, как она приходит? Вообще ничего. Ну, я ничего. Ловлю момент, но она просто с нашими собаками. С собаками играет. Хорошо, а чужими играет? Ой, играет в запой, тогда она ничего не видит, не слышит, и это сумасшедшая. В кинологической сетке, да, какой-нибудь? В сетке нормально, а как вот так выйдешь? Если хорошо, команда так... сидеть, заходим за между двумя барьерами, где не встаем. Место сидеть, место ждать. Ждать, место сидеть, сидеть. Тихонечко зашли за второй, за первый барьер, еще чуть-чуть. Хорошо, вызвали на себя через барьер. Ай, браво, молодец, хорошо. Вот когда она к вам пришла, вы
Ты же моя умница. Она от вас ушла, а вы ее сейчас покормили за это. Значит, когда она к вам пришла, во-первых, зафиксировать сразу поток, я же вам, да, дала его специально, да? Оставить около себя. Давайте к себе. Барьер. Да, хорошо. 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 Теперь команда сидеть, зашли к тумбе и попытайтесь, я придержу, а вы, у нас лапы там что-то запутались. Значит, сейчас вы посадите ее здесь, зайдете к тумбе, позовете на себя через барьер. Хорошо? Давайте посмотрим. Дистанция у вас так слабоватенько, нужно потихонечку отрываться от нее все-таки, усиливать этот момент, особенно учитывая, что вы ее отпускаете. Хорошо, через барьер на тумбу. Ко мне. Хорошо, хорошо, ко мне тут неуместно, лучше бы вперед, барьер и тумба, ладно? Да, потому что если бы она прибежала, обошла бы, это тоже было выполненная правильная команда, да. Ее команда ко мне, это подход к вам, и он как бы может быть любым. Хорошо, развернули собаку на себя, зашли за второй барьер. Давайте попробуем, раз она такая у вас умница. Место, сиди. Угу. Попробуйте два барьера прыгнуть и на тумбу ту сесть, пожалуйста. Луна, вперед, барьер, 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 вперед. Да. Хорошо, барьер. Хорошо, да. Замечательно. Хорошо, очень неплохо, да. Ну, небольшая коррекция, конечно, но концептуально она думает. Замечательно, идите к той тумбе. Хорошо. Ну, породные качества. Это может, так она думает, что съест тебя или нет. Нет, съесть она вас она не может, съест, а вот да, 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 это не та порода, которая кушает людей. Она скорее нуждается в большом и интенсивном тренинге. То есть много команд, часа, много. Не знаю, много, немного. Нет, это очень много, это много, хорошо, да? Да, только больше команд. Давайте к той тумбе, давайте еще раз сидеть, посмотрим. Место. Место сидеть. Барьер. Хорошо, барьер. Хорошо, тумба. Замечательно. Молодец. Очень хорошо. Какая умница. Так, замечательно. Еще раз, пожалуйста, туда. Поняла. Вот второй раз уже коррекция не понадобилась. Да, видите, насколько обучаемая быстрая собака. Прям чуть-чуть мы поставили задачу, она уже со второго раза все отработала. Вы так много ее не кормите. Поняла. Один раз она сделала, один раз дали. Чего вы ее? Днем не буду давать. Просто я стараюсь сейчас на днем кормить ее. В смысле, на улице порцию вот эту давать. Ни в коем случае нельзя кормить собаку на улице. Вы должны кормить собаку дома, в спокойной обстановке. Вы, как врач, должны знать, что пищеварение спокойно бывает, когда вы спокойны. Вы же на ходу не кушаете, но если там не опаздываете, если у вас есть возможность поесть спокойно, то вы едите спокойно. Вот собаке тоже важно очень кушать спокойно. Категорически нет. На улице только лакомство. Ну вот вы поощрили ее, да, она получила вкусненькое. Все питание только дома, в спокойной обстановке, и никто, чтобы ничего не отнимал. Хватит кормить собаку, только сидеть, поощряем. Ждать. Так, идите к тумбе. Ждать. Замечательно. Барьер. Хорошо, барьер. Хорошо, тумба. Хорошо, хорошо, да, да, более чем. Очень хорошо. Так. Похвалили. Значит, да, значит, очень важный момент. Собака должна получать лакомство за какую-то работу. За то, что вы ее любите, она получает вашу ласку, общение, внимание. А все остальное за работу. Если куски будут идти просто так, сыпаться от того, что она просто такая милая, она не будет ценить, и она будет считать так. Работает она, не работает, вы все равно даете ей лакомство, угощение. Зачем? Поэтому, значит, нужно обязательно понимать, что лакомство стимулирует ее активность, мозговую деятельность, работу. Поэтому просто так ее не кормим. Просто так кормим ее, вот, ну, питание даете, да? Сейчас проходим туннель с лалом и садимся на коричневую тумбу. Пожалуйста. Хорошо, молодец. Прекрасно. Хорошо. Поводок чуть выше. Нет, но вы туда-сюда двигаете собаку-то. Она же не может изогнуться так сильно, она же не змея у вас. Она сгибает. Иди сюда. Слалом. Давай, 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 давай. Хорошо, на тумбу, да. Слалом, туннель.
И на ту... Вниз. Слала. Хорошо. Слала. Так. Выгибай. Нет. Вы дайте ей выйти. Я должна понять, что ей делать, да. Слава. А то вы очень ровно ведете. Хорошо. Супер, хорошо. Туннель. Вперед. Давай. Вперед, тумба. Замечательно. Хорошо. Конечно, больше внимания уделять необходимо работе без поводка, да, то есть поводок провисший, и уже пора ее все-таки на веревочке отпускать побольше, чтобы не все время вы дергали поводочком, чтобы она прибегала. Собака динамичная, и без поводка вы, конечно, больше ее сможете заинтересовать и активность проявить, чем на поводке, когда она как бы на определенном расстоянии. Хорошо, давайте еще разочек туннель, 4 прыжка и на тумбу. Туннель, вперед. Вообще не вызывает никаких сложностей, новые препятствия у нее, она умница. Нет. Это нет, хорошо, вернули. Лучше секундочку, смотрите, как вот смотрите, когда вы ее цепляете, у нее есть желание, ничего страшного, мы же с вами просто учимся. Когда вы ее хватаете, у нее есть желание откуситься. Вот, не надо ее провоцировать, возьмет и цапнет на нервной почве, знаете, они эмоциональные. Не то, что она вас сожрать хочет, просто эмоционально. Поэтому, когда она куда-то уходит, управляйте все-таки поводочком, раз у вас пока есть ресурс. Не нападайте на нее, не кусайте, иначе она, видите, откусывается. Взяли поводочек, фу, нельзя, дернули, спокойно, не нервничая, не торопясь сейчас. Вернулись на точку, за вами никто не гонится, и продолжили, куда вы там скакали, ладно? Сидеть. Давайте вот так, немножко, может, вас там на курсах гоняют не слишком быстро, но здесь, как-то, когда вы дрессируете собаку, ну, в взаимодействии с собой, условно, одна, ну да, условно, то вы можете выбрать любой темп. Для бордера не надо его все время разгонять. Когда фрисби, там да, конечно, быстрее. Но в данном случае нужно все вдумчиво, чтобы она не торопилась. Будет торопиться, будет делать ошибки. Давайте, 4 барьера и на барьер. Тумбу. Барьер. Это фу. Фу. Барьер. Хорошо. Барьер. Хорошо, тумба, замечательно. Так, значит, собачку оставили на тумбе, встали за 4 барьера. Давайте попробуем ее запустить. Вкусненько, только по итогам какой-то работы. Просто так ничего не даем. Хорошо. Вот за последним барьером встаньте. Луна, барьер. Какая-то потрясающая собака, сообразительная и очень умная. Вообще, давайте в туннель. Туннель. Так, туннель вперед. Ну, конечно. Нет. Вперед, туннель. Это можно же и верхом пройти. Туннель. Хорошо. Ну вы прям как-то жестко ее так все время хватаете за шкуру, нервничаете, да? Но вы понежнее с ней, не надо, она не настолько косячит, чтобы вы так прям... Она молодец, да, поэтому давайте... По сравнению с корги. А почему вы привезли мне в работу бордера, а не корги тогда? Корги очень толстые, ему ничего не надо. Понятно. Хорошо, спускаемся вниз, сажаем собаку перед этим барьером, сами встаем за 4-й. Давайте посмотрим. Есть у вас остановочная команда типа стоп? Ну, сейчас я ввожу, но так четко пока не было. Хорошо. Ну, давайте за 4-й барьер встаете. Попробуйте перед любым барьером команду стоять. Остановите ее перед любым из этих. Ну, после первого, конечно. Барьер. Барьер. Стоп. 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 Да, стоп. Дышим. Хорошо. До конца прыгаем и на тумбу. Тумба. Хорошо. Замечательно, да. Только что собака прыгала барьеры, да? Давайте проведем ее низом. Скажите, ползи или туннель, чтобы она прошла низом. Ну-ка, давайте попробуем. Параллельно с собой, конечно, идите рядом. Скажите низом, то не разрешайте ей прыгать. Там ползи или просто вперед, пусть она сообразит. Давайте, вперед. Собака у вас вполне способна понять. Туннель. Да. Вот, хорошо. Туннель. Слушайте, это потрясающе. Развернули, обратно прыгаем. Туннель. Прыгаем? Прыгаем. Барьер. Да, замечательно. Хорошо. Очень хорошо. Лучше, чем очень хорошо. Значит, собака к коммуникации готова. Все задачи, которые ставятся перед ней, максимально и очень интересно выполняет. Единственное, сейчас попробуем на остановочке. Получилось, но с ближней зоны. Оставьте ее там. Сами к той тумбе, пожалуйста. Сидеть. Место.
через барьер не прыгаем, у барьера остановить. Зовите к себе, только не ко мне, а какой-нибудь такой вон тихой, спокойный пока. Стоп! Стоп! Ага, обошли. Нет. Так. Стоп! Стоп! Барьер. Хорошо, через барьер. Барьер? Да, и к себе. Хорошо. Так, значит, с торможением немножечко, да, с торможением немножечко хуже. Учите стоп. То есть на какое-то расстояние к себе на позыв, остановка, очень полезное упражнение, потому что собака динамичная, и вот этот этап торможения ей, конечно, важен очень, да, в этом режиме. Хорошо, сейчас давайте посмотрим с колечками, как она. Прыг через колечко туда, прыг обратно. Попробуйте ее выслать от оттуда, но если нет, значит, проводите до колечка. Давайте. Луна, вниз. Кольцо. Кольцо вперед. Нет. Кольцо вперед. Вперед. Кольцо. Не торопитесь. Спокойно, не торопитесь. Да, хорошо. Вперед. Она просто, просто не поняла, что вы хотите. Просто не вперед. Поняла. Вперед. Обойди. Обойди. Когда уходит, остановить, хорошо. Конечно. Завести, но не тащить на препятствие. Луна. Барьер. Хорошо. Хорошо. И барьер. Еще барьер. Хорошо. Замечательно. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, повыше. Луна, барьер. Не хватайте ее за шкуру. Да, она вы стимулируете откусывание. Хватайте за поводочек или наступайте барьер. Ногой. Барьер. Вон я вам колечко, смотрите, в цвет сюда, вашего поводка прям подобрала. Барьер. Иди сюда. Нет. Нет. Иди сюда. Иди сюда. Да, наступили. Иди осторожно. Иди. Обеспечили, чтобы иди она не убежала. Сюда. Хорошо? Так. Барьер. Если вы будете хватать ее все время за шкуру, вы получите укусы. Вы стимулируете собаку откусываться. Не надо этого делать. Ей же больно, она как бы пытается защититься. Давайте. На позитиве, не спеша. Давай, барьер, вперед. Хорошо. Сказали хорошо до того, как она... Сказали хорошо до того, как она перепрыгнула. Задние ноги тоже собака считаются, понимаете? Говорит, ну это же интересно, и обзор хороший. Давайте. Луна, вперед. Ай, браво, умница. Хорошо, ну вот видите. Поняла. Ваша задача просто объяснить собаке, что нужно делать. Желательно это делать без насилия и без укусов. Давайте два барьера. Луна, вперед. Хорошо. Хорошо. Вперед. Нет. 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 Вперед. Хорошо. Тихо. Так, неплохо. Сиди. Вперед. Хорошо. Вперед. Да, замечательно. Хорошо. Да, замечательно. Хорошо. Так, да, нравится. Теперь прыжочек, но пошире. Один и пошире. Ширинный. Вперед, хорошо, вперед, давай. Да, молодец. Ну вот да, это им и понятнее. Хорошо. Хорошо, в обратную сторону, пожалуйста. Хорошо. Луна, вперед. Хорошо. Хорошо, молодцы. Так, теперь давайте за колечко еще два квадратика отойдите. Собака на тумбе. В колечке постарайтесь остановить любой командой. Можно и сидеть. Так, чуть-чуть еще. Вот так, хорошо. Ну, давайте. Иди сюда. Стоп. Сиди. Иди. Понятно. Вы очень сильно давите, немножко понежней. У вас как бы коррекция сильней. Да, немножко чуть-чуть передавливаете. У вас коррекция немножко сильнее, чем требуется. Она у вас нежная и чувствительная. Вы понежней с ней. Можно голосом. Она у вас испугалась просто, поэтому ладно, рванула обратно. Да. Давайте... Чуть-чуть стоп или сидеть понежнее. Вы не давайте ей еду сейчас. Смотрите, вы очень такую совершили принципиальную ошибку. Собака у вас испугалась, но передавили. Это как бы не важно в данном случае. Важно, что да, она у вас не осталась в кольце, вернулась сюда. Вы пришли и дали ей вкусное. То есть закрепили это поведение. Да? Поэтому
Если она у вас куда-то возвращается сама, ну, вы можете ее вернуть, взять, но вы не закрепляйте это поведение, да, не давайте ей еду, а то вы ее кормите постоянно, у вас ощущение, что она голодная, что ли. Она у вас ест по графику, да, вы даете ей вкусный корм, и не надо ее жалеть в плане того, что вы должны накормить еще здесь. Здесь просто поощрение, закрепление правильного поведения, вот и все. Ну, давайте, дайте шажочек за колечко. Команда там «стой» или что-нибудь в этом роде. Давайте. Стой. Это вот, правильно. Смотрите, вы закрепили это поведение, она и пришла. Вы говорите «нет» и зовете ее обратно. Нет. Не надо за ней ходить, видите, она не убегает у вас. Хорошо. Хорошо. Что, да? Иди сюда. Да. Иди сюда. Молодец. Стоять. Сидеть. Ну или сидеть. Да, сидеть. Ага, вот. Хорошо, вот замечательно. Она хочет угадать, понятно. Она хочет угадать. А вы должны не давать ей за то, что она хочет угадать. Это очень важно. Возвращайте ее на тумбу. Тумба. Замечательно. Вот когда она вернулась по команде на тумбу, тогда нужно ее поощрять. Да? А если просто так, не надо. Еще раз за кольцо, два шажочка, пожалуйста. Хорошо, давайте. Стоп. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Это ну, нет, сюда, это да? Нет, да. А прекрасно, стоять, да? Стоять. Иди, нет, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Опа, сидеть. Сидеть. Вот сейчас схватили ее не больно, а просто для задержания, да? И она уже не откусывается, потому что она просто поняла, что вы хотите ее здесь остановить. Вот и все. Сидеть. Хорошо. Выслали ее на тумбу сзади. Луна, тумба. Оставили собачку там, к той тумбе подошли. Сидеть нет. Так, зовем к себе, через кольцо пытаемся прыгнуть. Пожалуйста. Сюда. Хорошо. Кольцо. Да, молодец. Да, молодец. На тумбу сели. Хорошо. Молодец. Тумба. Хорошо. Так. Оставили собачку, подошли к той тумбе. Угу. Через кольцо, пожалуйста. Нет, назад. Нет, нет. Хорошо очень наступили, прекрасно. Вернули. Можно прямо от кольца. Да, вот отсюда, отсюда, да, и направили. И Луна. Сюда. Сидеть, сидеть. Хорошо. Вперед. Да, да, да. Замечательно, на тумбу. Замечательно. На свою тумбу вызвали. Иди сюда. Тумба. Хорошо. Все стационарные команды, ваша тема, выдержка, возврат на какое-то препятствие, вот это все. Потому что, конечно, когда у вас фрисби, она на динамику растет, она раскручивается, там лай, скорее да. всего, часто бывает, все этот шум, это все динамика. Для того, чтобы не раскачать ей психику, вот такие спокойненькие, стационарные на выдержку упражнения необходимо делать. Остановка на дистанции, выдержка, да? Вот сейчас давайте еще разочек спустим ее вниз, на первом половичке команда лежать. Давайте, только здесь, лицом да. сюда, а сами за 4 квадратика отойдите. Нет, нет, возьмите ее с собой, вот сюда положите. Луна вниз. Ну, я имею в виду не то, что ее на поводок, а просто, да. Команда лежать. 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 Хорошо, лежать. Давайте, ну, 3 квадратика отойдите лежать. Назад. Лежать. Хорошо, давайте, команда сидеть на дистанции. Сидеть, сидеть, сидеть. Луна, сидеть. Луна, сидеть. Сидеть. Вот видите, да, то есть с окружающей внешней средой, когда сложно, она у вас уже команду не знает сидеть, да, вот, а получается-то, что не знает, а мы-то знаем, что она знает. Давайте смещаем ближе, вот это столько, допустим. Сидеть. Я не знаю, что-то я устала совсем, что-то я устала, сколько мы так работаем, что у нее уже замкнулось-то. Немного. Так. Лежать. Хорошо. Чуть-чуть отошли. Замечательно. Давайте их сидеть. Сидеть. Вот ваш путь развития, да? Пожалуйста. Небольшая дистанция, сидеть. Уже потеря небольшая сидеть. Контроля. Сидеть. Да. Сидеть. Да, вот то, что ближний кусочек у нее работает. У нее есть понимание, что она его получит. Немножечко отошли назад и уже нет. Давайте вот на таком. Нет, ну слишком. Давайте команда лежать. Лежать. Лежать.
Вот, уже начало получаться, уже сообразила подойти. Вот здесь очень важно, обратите внимание, смотрите, вы должны подойти, прям подойти, ага. Дать и прям отойти, чтобы она понимала, выходите, а она работает здесь, очень важно. Давайте отошли, прям, да, достаточно, вот давайте два квадратика вполне. Команда сидеть. Причем, смотрите, вы же можете это делать в парке рядом с домом и на вашем пятачке, там, где вы отошли от нее, поводок даже может быть длинный, и вот вы с ней работаете, совсем не обязательно ее гонять, потому что я думаю, что активности на фрисби ей вполне хватает, чтобы вылить это. А вот стационарной команды, видите, она начинает уже как бы глючить здесь. Команда сидеть, самая простая, давайте команду сидеть. Сидеть, сидеть. Это не сидеть команда. Команда сидеть, вот как сидеть. Выглядит. Да я же, она знает, главное, что интересно. Ближе, значит, раз забыла, сидеть. Значит, ближе. Сидеть. Сидеть, да не бойся ты. Сидеть. 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 Ну хорошо, да, дали вкусно. Да. Да. Прям подошли к ней, прям подошли. Дали вкусно и отошли. Давайте. Да, хорошо, команда лежать. Лежать. Вот, замечательно, подошли, дали вкусное. Важно ходить туда-сюда, чтобы она понимала, вы ходите, она стационарно лежит. Давайте три квадрата назад. Что там команда стоять-то есть у нас? Ну давайте стоять. Вот, стоять ей уже интереснее. Что значит бордер, да? Уже динамичнее. Команда стоять и чуть-чуть отползайте назад, хотя бы пару шажочков. Пару шажочков. Стоять. Вот, хорошо. Да. Подошли, вкусно, да. Дали команду, да. Сидеть. Значит, смотрите, ей сидеть, а вы туда-сюда, вот от той тумбы до этой, прошли пару раз. Туда. Угу. Вот нет. Вот, видите, стационаром должны заниматься. Основное ваше направление на будущее, как раз месяц, это небольшое расстояние, дистанция небольшая, и вот такие перемещения. То есть она достаточно ходить, да, похвалили, да. Команда лежать с ближнего расстояния. Отошли, не знаю, давайте к тумбе, и оттуда положили ее команду лежать. Вот. Вот. Здесь работаем. Динамики у вас хорошо получаются. Все, что нужно тихонечко думать и выполнять, здесь похуже немножко. Угу. Луна, лежать. Это нет, секунду, вы не должны так реагировать. Это нет, вернули, положили, точнее посадили и еще раз вернулись туда. Хорошо. Команда лежать, пожалуйста. Лежать. Это нет, это она к вам рванула. Смотрите, вы ее спровоцировали и усложнили ей чем задачу. Смотрите, у вас очень хороший карман и совершенно потрясающая, хорошая, быстрая реакция. Не думайте, что вы не успеете ее наградить. Она не забудет за то время, пока вы лезете в карман, то, что вы ее награждаете за конкретное действие. Поэтому не надо готовиться заранее и лезть рукой в карман. Смотрите, когда у вас рука в кармане, собака уже отвлекается, она уже видит, что вы уже даете ей лакомство, и она не хочет думать. Поэтому не надо туда постоянно лазить. Вот она сделала, не спеша, слазили в карман. Карман удобный, все очень хорошо. Слазили в карман, дали ей вкусное, хорошо? Это нет, сидеть, да. Поэтому, когда вы руку держите в кармане, она отвлекается. Ей и так сложно, а еще вы ее отвлекаете. Поэтому отошли, руку в карман не кладем. Сделали команду, а потом, когда она ее выполнила, давайте. Ну, давайте лежать. Фу! Плохи. Так, сидеть. Так, хорошо, ну давайте. Лежать. Нет. Нет, вернуться. Давайте так тогда, раз она такая у нас. Давайте за барьер. Сюда сажайте ее, да, мы ее сейчас ограничим барьером. Когда не получается сохранить дистанцию, ищите какой-то небольшой объект заградительный, чтобы она эту дистанцию не сокращала, да? Да ладно, она сама развернется. Да, она готова уже прыгать.
Хорошо, посадили, зашли за барьер. Сиди. Два квадратика, думаю, сиди, будет достаточно. Сиди. Хорошо. Ну, давайте лежать. Луна, лежать. Нет. Нет, вот. Сиди. Хорошо. Лежать. Да. Вот. Молодец. Вот теперь да, подошли, дали вкусное. Барьер, да, и снова отошли, да, туда, хорошо, подальше. Туда, туда отошли за барьер. Сиди. Хорошо. Луна, сиди. Отошли, сиди, отошли. Все, вот теперь сидеть. Луна, сиди. 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 Эмоций, эмоций. Сидеть. Сидеть. Луна. Луна, сидеть. 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 Ай, браво. Ай, хорошо. Дайте эмоции немножко. Ну, конечно, нет, это же моя команда. Это я должна кормить. Ну, давайте лежать. Лежать. Нет. Нет. Да, хорошо, нельзя. Хорошо, лежать. 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 Да, вот теперь, да, спокойно да, подошли, дали вкус. Да не надо обходить, вы можете и через барьер едать. Супер, лежать, отошли опять на два квадратика. Немножко тихая вы, немножечко больше эмоций. Бордер любит эту энергию будоражущую. Давайте команду стоять. Луна, стоять, стоять. Да, да, стоять, хорошо. Молодец. Стоп, стоять, 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 стоять. Стой. Да. Нет, нет. Да, лапу там оставь. Вот. Это стоять, хорошо. Вот видите, чуть-чуть подали эмоции, и сразу пошло управление. Вот в этом режиме. Ну, где у нас стоять-то? Что она у нас упала? Старая луна. Старая луна. Назад. Стоять. Стоять. Луна. Стоять. Стоять. Луна. Ведь тут собаками стоять пахнет. Вот это об этом речь. Угу. Как пахнет, так у нас все. У вас 6 месяцев, это нормально для щенка, она отвлекается. Но, тем не менее, значит, направление, работа на дистанции слабое, страдает у вас. Уделяем этому внимание. Небольшие, вот тут, ну не знаю, 1,5 метра, наверное. Вот на этом расстоянии поставили какое-нибудь ограждение, что-нибудь, чтобы было понятно, и на нем работаем. Палки. Если, да, палки две воткнули, в середине вставили, вообще ерунда. Это нет. Нет. Да. Как барьерчик, как ограждение. Вот сидеть в этом режиме обязательно работаем, сидеть, ладно? Сидеть. Вот это здесь у вас как бы слабовато. Хорошо. Команда сидеть, вы к тумбе через барьер пускай садится. Да. Вот все, что по динамике, то у вас шедеврально. У вас очень хороший график. Собаке с вами очень повезло в плане работы. Это здорово. Хорошо. Спускаемся вниз, постарайтесь как можно дальше. Обход конуса, возврат к себе, покажите мне еще разочек, почетче. Не идите только сами. Обход. Нет. Покажите ей, не идите сами, только не идите. Обход. 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 Иди сюда. Да? Да. Хорошо, молодец, молодец, на тумбу. Замечательно. Похвалите, эмоции, хорошо. Давайте в обход в другую сторону. Молодец. Хорошо очень. Луна, вперед. Обход. 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 Да. Да. Обход. Обход. Хорошо, хорошо. Не страшно, что уронила. Молодец. Теперь еще раз в противоположную сторону. Вниз. Обход. Обход. Сюда. Ай, бравочки. Ай, умница. Здорово, отлично. И еще раз, пожалуйста, в другую сторону. Обход. 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 Прекрасно. Так, ну хорошо, давайте теперь посмотрим высыл туда и обратно. Очень важный момент. Значит, когда собака на свободе, очень важно, чтобы она возвращалась. Как это достигается? У нас есть барьерчик какой-то мы ставим, да? Вы должны выслать оттуда барьер туда, барьер обратно. Это очень важное упражнение именно на возврат. Хорошо? Ну, давайте. Барьер туда, барьер обратно. Чем вы больше стоите, тем лучше. Ну, по возможности, но можете сопровождать. Давайте. Луна. Барьер. Барьер вперед. Барьер. Хорошо. Вот, да, обратно. Умница, да.
Вот за это хвалим. А умница, ну, отлично. Да, да, хорошо. Тут все собаки соображают, ну, более или менее. Да. Не все приходят. Вот это очень важно, что она приходит обратно. Фрисби, кстати, вам в помощь. И она всегда приносит диск вам. Она бегает, такой вообще класс, я поняла. Да, вы стоите, она бегает. Да, да. Ну, ах, бордер, а что вы хотели? Давайте еще раз. Прыг туда, прыг обратно. Барьер вперед. Обратно. Люна, барьер обратно. Молодец. Очень хорошо. Замечательно. Ну, давайте усложним, раз она такая умничка у вас. Давайте попробуем прыг-прыг туда-туда, а потом два обратно. Давайте попробуем. Это сложно. Ну, шансов немного, но может быть. Она у вас неплохо очень настроена вот на взаимодействие, именно на динамичные упражнения, поэтому здесь шансы барьер, есть. Барьер так. Еще. Барьер. Нет. Барьер. Еще барьер. Просто барьер, надо объяснить. Вперед. Да, барьер. Хорошо, да, обратно барьер. Хорошо, барьер. Да, да, на тумбу там похвалить. Ага. Еще разочек давайте попробуем, вдруг поняла. Конкретизировать это барьер-барьер. Давайте. Вперед. Нет. Очень хорошо получается у вас управлять. Очень хорошо, вы большой молодец. И управление у вас улучшилось, и взаимопонимание есть. Чуть-чуть пережимаете там, где она просто ошибается, не понимает. Ну, помягче можно. Вот, а в остальном прям замечательно, вы большая молодец. Ну, давайте, давайте два прыжка. Лучше наступить, да, и за шерсть, привычка у вас дурацкая, за шерсть хватать, да-да-да. Попытайтесь, сейчас, конечно, за щелчок мы с вами не избавимся, но вы следите за собой, и как бы получится. Давайте два барьера. Барьер, еще барьер, да. Вот. Обратно барьер, хорошо, барьер. Да, замечательно. На этой тумбе сидеть, два прыжка на той лапы. Лапы. Прыжок, сидеть, поделайте вертушечку, а сами в середине стоите, никуда не идти. Да, можете в любую сторону начинать, встаньте в центр, главное. Да, хорошо, тумба, прыжок. Луна, тумба, сидеть. Хорошо. Барьер, вперед, барьер, хорошо, нет, барьер. Поводок держите в руке, чтобы он не цеплялся барьер. Из-за этого. Хорошо. Да. Тумба, сидеть, барьер, вниз, барьер, хорошо. Хорошо, все замечательно, только на малой тумбе лапы. Не лезть на нее, а лапы поставить. Да, 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 да. Угу. Хорошо, хорошо. Еще разок, пожалуйста. Вниз. Не забывайте командовать вниз, вверх или тумба вторая, но вниз обязательно. Вниз, пожалуйста. Хорошо, барьер. Вот ограничили очень хорошо. Но не затащили, отлично. Вот, да, вот потому что угадывает, угадывает. Лапы. Хорошо. Хорошо, так. Луна, барьер. Хорошо. Тумба. Тумба, замечательно. Теперь в другую сторону спускаемся. В эту сторону барьер, лапы, тумба и снова тумба. Пожалуйста. Луна вниз. Вниз. А, увидела, наконец. Наконец, улучшить-то, да? Ага. Барьер, барьер. К барьер. Себе, не надо дергать кусок в нос. Луна. Да, Луна. Барьер. Хорошо. Лапы, лапы, лапы. Вот, вот, да. Хорошо, молодец. Вниз. Вниз. Иди сюда. Лапы. Луна, лапы. Стоп. Лапы. Хорошо, молодцы. Так, вниз. 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 Барьер. Луна, барьер. Нет, барьер. Куда? Барьер. Не надо куда. Никуда нет. Вот, хорошо. Смотрите, ваша куда ее три раза вернула на эту тумбу, она рвалась. Вы сказали нет, она тут же отключилась и пошла дальше. Вы должны, ваша задача точно давать команды. Эта собака очень умная, схватывает все на лету, знает все команды, совершенно потрясающие. Но нужно правильно ей командовать, иначе она путается, от этого расстраивается, от этого нервничает и может начать даже лаять после. Да? Да, 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 немножечко больше самодисциплины. Все у вас хорошо получается, ничего вас дрессировать не надо. Но просто следите за тем, что вы командуете. И если она делает что-то не так, не в наказательном плане, а что-то ошибается, да, вы говорите «нет». Ей понятно, что она просто, да, что вы делаете, она делает просто не то, что вы хотите. Ну, давайте еще раз в ту сторону, пожалуйста. Луна. Луна вниз. Вниз. Вниз.
Хорошо, барьер, умничка. Лапы. Ай, звезда моя. Отлично. Хорошо. Так, барьер. Хорошо, тумба. Хорошо, молодец. Тумба. Да, замечательно. Так, сейчас мы заменим один барьер на более сложную систему и пройдем еще раз. Давайте еще раз, но теперь интересно. Там барьер одиночный, здесь система барьеров и две тубы. Но на обеих тубах теперь мы прыгаем, ладно? Давайте начинаем. Я придержу. А давайте в ту сторону. Вниз, барьер, тумба. Барьер, тумба. Хорошо. Теперь заходим на систему. Заведите на первый барьер. Сюда и прыгаем. Четыре барьерчика. Барьер. Хорошо. Да. Барьер. 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 Хорошо. Барьер. Барьер. Сказала барьер. Так, барьер. Хорошо. Барьер вперед. Да, замечательно. Да, и на тумбу. Хорошо. Да, очень хорошо. И в обратную сторону. Пожалуйста, отсюда начинаем. Луна, вниз. Барьер. Ай, браво. Луна, барьер. Молодец. Барьер. И тут собаками все пахнет, барьер. Понимаешь? Нет. Барьер. Барьер. Хорошо. Барьер. Хорошо. Барьер. 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 Да, барьер. Замечательно. Тумба. Основной раздражитель у вас, конечно, собаки. Лошадь для вас не так актуальна, все-таки живете в городе, а не в конюшне. Вот, и, конечно, в первую очередь собаки. На тумбу высылаем. Отсюда команда сидеть. Давайте попробуем. Тумба. Луна, вперед. Тумба, сидеть. Хорошо. Стоп. Да, прекрасно. Вот именно подошли, дали вкусное и отошли. Должна быть понимание, что она на дистанции. Отошли. Сидеть, тумба. Хорошо. Замечательно. Позвали к себе на эту тумбу. Иди сюда. Тумба. Тумба. Ай, браво. Ай, чуть не долетела. Это я у тебя не долетела, но я старалась. Да, замечательно. Высылаем еще раз на ту тумбу. Луна, вперед. Тумба. Тумба, молодец. Сидеть. Хорошо. Значит, тумба ей нравится очень. Да. Давайте тогда этим воспользуемся. Тогда отойдите, пожалуйста, за второй половичок и команда лежать попробуем. Раз ей нравится тумба, давайте на тумбе попробуем поработать. Лежать. Вот, да, ну вот здесь гарантирует, конечно, не уход, то, что есть границы у тумбы, да. Замечательно, чуть-чуть отойдите. Команда сидеть. Сидеть, 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 сидеть. Ближе. Сидеть, 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 сидеть. Вот здесь немножко неправильная у вас коррекция. Требуется. Смотрите, вы, когда она не работает на жесте, вы берете кусок, начинаете показывать, чтобы она за ним тянулась. У вас не будет куска скоро, и у вас не появится этого ресурса управления жестом, а появится только вот этот кусок, который вы толкаете. Значит, если собака игнорирует жест, ничего страшного, взяли поводок, немножко подернули. Не давайте ей вот этот кусок, не показывайте ей, иначе мы не заработаем так. А она году должна самостоятельно без еды работать вполне себе на жесте. И более того, я вам скажу, это та собака, которая от этих жестов и команд как раз кайф и получает. Ей, конечно, сейчас нужен сыр, но значимость его в возрастном периоде будет снижаться, а жест ей будет интересен. Поэтому вот это вот избавьтесь от этого. У вас есть сыр, зажмите его между пальцами, показывайте команды, вот, а сыр, ну, зажат в руке. Он пускай там будет, здесь вопросов нет, но вот это вот движение очень вредное, ладно? Она отойдите. Вообще ничего не ест, потому что ей нравится. Ну, естественно, она и не может есть на фрезе, потому что она там охотится. Она охотится на диск. Назад. Тумба. Куда? Это я нашла уже тумбу. Я нашла эту тумбу. Замечательно. Ну давайте на побольше тумбу. Давайте на эту ее посадим, а вы сами к той. И попробуем ее положить. Вот от этой тумбы. Луна, лежать? Нет. Нет. Тумба. Да. Луна. Луна. Должна лежать. 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 Я не пойму, что хотят. Лежать. Да. Еще как понимает, не надо строить из себя дурочку. Да. Подошли, дали вкусное, отошли. Она должна видеть, что вы ходите туда-сюда, но при этом она работает. Давайте команду сидеть. Луна, сидеть. Нет, сидеть. Сидеть. Вот. Угу. Сидеть. Очень слабенькая эмоция, немножечко больше. Луна, сидеть скорее. Да, вот. Умница. Причем да, именно молодец. Не громче, а именно эмоциональнее. Да. Дайте эту эмоцию, вы совершенно не нужно кричать. Такая, сидеть.
давай, ну что-нибудь вот. То есть вот я чуть-чуть уже дала ему, он уже сразу на меня посмотрела, да. Нет, она села по вашей команде, но она сейчас вот, я показала вам эту эмоцию, она сразу на нее среагировала. Отойдите немножко назад, давайте команду стоять. Куда? Куда? К тебе. Сидеть. Кажется, моя хозяйка. Хорошо. Любимая, да. Стоять, пожалуйста. Можно вот, стоять? Вот привычка номер один у вас. Да. Вы все время руку в кармане держите. Да. Не отвлекайте собаку. Не факт, что, конечно, не факт, что она выполнит. Зачем вы туда лезете? У вас хорошая реакция, вы успеете все дать ей. Ну, давайте. Луна, стоять. Стоять. Жест-то где? Стоять. Да. Стоять. Да, стоять. Стоять. Нет. Нет, стоять. Стоять. Вот. Кормить, не кормить. Ну, стоять. Можно дать. Как кормить, не кормить? Не кормить, не угощать. Поняла. Угощать. Хорошо. Не забудьте это кормить. Не надо кормить, угощать. Сидеть. Хорошо, сидеть. Так, сидеть. Значит, зайдите за вторую тумбу, эту маленькую, и еще один квадратик. Позовите сидеть. Собаку к себе. Нет. И посадите ее на тумбу. Давайте. Иди сюда. Тумба. Хорошо. Упала, да, сидеть. Дали вкусненькое, зашли за следующую тумбу. Только, нет, ее вернуть. Да, хорошо, ждать. Команда ждать очень хорошая. Больше команд, больше. Она готова воспринять очень много слов. За коричневую тумбу зайдите, пожалуйста. Супер, принимаем на себя, на тумбу сажаем. Иди сюда, тумба. Хорошо, да, давай. Замечательно. Нет, да, вот теперь дали, молодец. Оставили здесь, зашли за малую тумбу. Вот в этом режиме ближайший месяц-два должны работать. Назад. Вот, назад. Да, сбежала. Хорошо, назад. Что вы назад. Не поленились, сидеть. Увидели сидеть. Это, отследили и откорректировали. Очень хорошо. Так, ну-ка давайте команду лежать. Лежать. Ай, браво! Вот, ну наконец-то, да. Вот, чуть-чуть позанимались, какой-то час, и все уже налаживается. То есть каждый день по чуть-чуть. Нет, это лежать. Лежать. Но дистанция, конечно, вам нужна поменьше вначале, а потом увеличивая. Давайте за тумбу, да. Хорошо, первая такая победа мощная за сегодняшний урок. Хорошо, позвали к себе, на тумбу сели. Сиди, тумба. Да, хорошо. К следующей отошли. Супер, зовем к себе. Иди сюда, тумба, вперед. Да, ну вот все, хорошо, в этом режиме. Молодец, замечательная собака. Хорошо, все, мы с вами позанимались. Давайте на вопросы отвечать, что нас интересует теперь. Так, на вопросы, надо хондропротектор давать или нет, потому что она начала прыгать какая-то. Не сильно, но сейчас посмотрим. Команда стоять. Стоять, Луна, стоять. Ну, стоять. Или можете ее поднять, так давайте посмотрим просто, мне же надо посмотреть. Все, подержите. Сидела собака. Нет, сказала. Ну хорошо. Она активная же у вас. Нет, никаких хондропротекторов я бы не давала. Нет. Витаминов, да, витаминов вполне хватает. Никаких протекторов не надо, никакой патологии нет. Зачем нам химия лишняя? Не нужно, да. Пока нет. Может быть, к 8 еще нагрузка будет посмотреть, но пока очень ровные, хорошие, мощные ноги, костяк, никаких изменений, костяки нет. Не очень двору, хорошо. Да. Не надо, я вас очень прошу. Вообще, хотите понос, да? На ковре? Ну, не надо. Не есть, надо, да. У вас уже есть. Ну, замечательно. Вот, раз у вас уже есть, ну и что вы тогда цепляете? Мне еще Джек Рассел катит под щенка. Тоже нет, да нагадит. Не надо. На сухом корме, сбалансируем, с витаминами, более чем достаточно вашей собаки. Нет, не надо никаких протекторов, все у вас хорошо в этом смысле. Вы молодцы. Хорошо развиваетесь, не перегружаете, чуть-чуть вот понежнее и не цепляйте ее за шкуру. А то вы так всю красоту нам выщипите. У меня хоть хвост образовался вообще. Да, вижу, да, теперь уже есть. Палка, но все равно еще мало, 6 месяцев, к 8 все будет, что вся красота. Собака? Вот с Джеком я переживаю. Если я их изолирую, запираю на день Джека, она оттуда выходит, вся сюда и падает Джек. Она так расстраивается. А вместе, мне кажется, она очень на низ замыкается.
как сделать, чтобы она на этом Кто замыкается? Не замыкала? Ладно, вы? Она у нее как голова, так сказать. Это. Как, нет, а что они делают вместе? Что они иногда милуются, радуются, так. А когда она куда-то лезет несанкционированно. Это? Да, это, да. То та начинает серьезно огрызаться. Серьезно, ну и что? Зубище. Ну и пусть огрызается, и что? Секунду. Да, постепенно. Она не будет вижу. Больше, будет нормально. Да, она, они хитрые бордеры, они знают, сердить собак не надо. Ага. Если играется, то играется. Я бы все-таки давала возможность больше вместе проводить время. А мы я думаю, они, да, они выяснят отношения сами. Не, если бы у вас был мастиф огрызался, я бы сказала, что это опасно, да. Но Джек Рассел, они, конечно, ну такие серьезные собаки, но не настолько, чтобы ее сломать там или подавить. Нет, это собака с устойчивой психикой, поэтому нет. Пускай разберутся сами. Вы получите, ну, так сказать, такой баланс систем. Единственное, всех одинаково гладим, кормим, никаких приоритетов вот этих не даем, ладно? А в остальном я не думаю, они сами разберутся. Я с Джеки тем более. Да, одна направо, другая налево. Очень, они не дерутся. Очень хорошо. Очень хорошо, что вы не ленитесь и работаете ловит. С двумя апортировками. Чего не видишь, катаракты ловит вообще. Угу. Ловит, по звуку вот ориентируется. Мои я тоже в темноте да? ничего не видят. Но ничего, как-то ориентируются. По запаху и звуку, да. Потом, значит, прыгать уже можно, да, вы считаете? Ну что ловит. Вы! Уже пора, вам нужно какое-то общение, да, игры. Вот, да. Потому что с вами мы только по в парке, кроме в парке-то, наверное, есть еще какие-нибудь Фанта другие-то собаки. Ну и все, и давайте поиграть с другими. Только не перебарщивайте. Угу. До 15 минут пусть поиграет и это. Если в сетке хорошие есть, то тоже сетки хорошо. Есть, да. Ну и замечательно, вам никаких этих не надо особенных там снарядов, чтобы она просто тупо пообщалась с другими ага. собаками, чтобы знала, у нее было это, да, вести, да, да, знала, как себя вести. На самом деле язык она уже изучила с вашими, знает, да. да, но все равно, чем, ну, они очень общительные бордеры, они, чем да. больше кругозор, чем больше друзей у нее, тем она как бы веселее, спокойнее, из-за этого нужно просто. И подзывать, да, почаще, вот они носят? Почаще не надо, надо справедливо, то есть первые 5-10 минут вообще не дергайте ее, дайте ей насладиться, а потом ищите подходящий момент. То есть не то, что 10 минут я должна ее подозвать. Видите, они проскакивают или технический перерыв. Вот тут подсекайте, зовите. А вот если она, например, не знаю, 10 минут неслась за этой собакой, наконец ее цапнула, схватила, то и тут вы такая, иди сюда. Это несправедливо. Поэтому все с интеллектом подзываем, используем интеллект для того, чтобы понять, когда. Чувствуете, она наигралась и немножечко устала. Вот в этот момент можно подозвать. А если вы ее выпустили, через минуту позвали, она такая, ну куда, я же только что вот вошла в эту систему игры. Поэтому все с разумной такой долей необходимости. Чувствуете, можно позвать, позовите. Бывает, что, знаете, собака как бы не пошла сразу к ней, и, ну, они не могут раскрутиться сразу. Тогда можно и на первые минуты позвать, если они так чуть-чуть, ну, как бы, ну, не очень интересуются друг другом. А если они прям вот так, тут, конечно, неуместно ее подзывать. То есть смотрим на поведение, на игру, и с учетом этих особенностей развития событий тогда подзываю. Да, пару раз за урок подозвать. И самое главное в подзыве не то, что она прибегает, а то, что вы должны успеть ее отослать обратно. Угу. Иди, гуляй. Гуляй. То есть вы должны... Ушла. Ушла, да. А вы должны ей объяснить, что несмотря на то, что вы ее позвали, она все равно потом будет играть. И тогда она к вам будет хорошо приходить. А если у нее ассоциации, что она пришла и тут же вы ее сцапали и домой потащили... Конечно, к злому Джек Расселу, да? Вот, тогда, конечно, ей уже мотивации приходить такой нет. Поэтому в идеале два раза за игру подзываем для того, чтобы отпустить. Если, допустим, вы не успеваете ее отпустить, она уже побежала. Делаем хорошую мину при плохой игре. То есть кричим ей вслед «гуляй». Гуляй. То есть хотя бы. Конечно, это хуже, чем если бы вы отпустили ее так вот статусно. Но даже так все равно лучше, чем ничего. Поэтому даже если вы не успели, да, и она рванула, кричите ей вслед «гуляй». Пусть она слышит, что вы ее отпустили. Это тоже важно, ладно? Вот в этом режиме. Но найдите, пожалуйста, других игрателей, да, пускай она с кем-нибудь там, да, повозится, она побегает. Активна, она, конечно, она активная. Она их заваливает. Если с крупными, она падает на лапы, теперь ее. Очень хорошо. Это значит, что она знает язык и понимает. Крупных не быкуем, она, мелких можно и подавить немножко. Она полезла к нему в миску, поняла, что не надо это делать. Потом Сиба на нее напала. Ну, как без последствий, она ничего. Хорошо, повезло вам. Она хотела у Сиба спереть тарелку. Но Сиба не дала. Естественно, не дала. Говорит, ну ты даешь.
Так, так еще вопросики. Мы едим, это нормально. У меня просто больше не получается. 6 месяцев, 3 раза нормально. Подожди, можно. Либо автокормушку я не хочу. Не надо, давайте сами. Понятно, да, из рук хорошо. Только я надеюсь, мисочку держим в руках, да? Держу, хорошо. Все, держу. Да, 3 раза в день для 6 месяцев, да? Хорошо, да, да, да. Добавлять ничего вообще не надо. Нет, не надо ничего все добавлять. Есть, да? Все, 6 месяцев. Отлично. Давайте без поносов и раздражений обойдемся. Хорошее питание, витаминчики, 3 раза в день. Если не съела, очень сомневаюсь, что она у вас не съела, но вдруг, не надо за ней бегать с танцами и бубнами, вот вы, ну, если вдруг, значит, какой-то такой момент наступил, убираете, даете в следующее кормление, не надо за ней с миской и сметанкой сверху поливать, вот это вот не надо. Да. Ну, все, мы там мышей нашли или чего. Ну, там вот на фризе, ничего, ничего, пусть упадет, не обращайте внимания. Но это плохо, конечно, плохо. Фризби, это здорово, но только как... Как сказать, один элемент развития. Желательно, чтобы все-таки какие-то другие сферы непонятно. Им некогда. Учат хозяев кидать. В основном мы-то не можем кидать, они-то ловят. А попробуй метни это на 200 метров, чтобы еще собака поймала. Вот, поэтому нам, конечно, надо послушание, ему главное. Да, послушание, конечно, хорошо. Если у вас поблизости есть какая-то группа общего курса, вполне можно походить. Там нету, ничего там нет, да? Огромным, там огромные мужики с огромными овчарками. Пиво, курево, и, в общем, нет, как не очень. Ну, причем, я поняла, курево вообще я не люблю. Ну, там такие ребята вообще крутые, там бордер вообще как бы не монтируют. Ну, что значит не монтируют? Щенячья группа-то есть? Ну, какая-то есть. Есть какая-то. Ну вот, может быть, походить в какую-то щенячью группу. Собака хорошая, вам не так уж и много. Я думаю, занятий 10 бы вам хватило, чтобы привыкнуть к другим собакам, переключать внимание на себя. Вам небольшой опыт нужен, переключение внимания при собаках на себя. Вот, вот, пожалуй, в этом направлении. Ой, а к вам никак нельзя? Ну, 6 месяцев. Давайте попробуем. Я там 15 километров. Я уже облизываюсь вокруг вашей территории, хожу уже на месяца 3 месяца. Давайте попробуем, давайте. Очень хорошо вы вырастали. И ориентируйтесь быстро, и собака умничка. Давайте попробуем, щенячью группу походим. Давайте 4 пробных занятия пройдем, поглядим, как мы тянем. Я не думаю, что вам долго придется. Сначала тяжело, конечно, будет, ну, морально подготовьтесь, она будет как бы рваться. Но она быстро, да. Но я думаю, что она быстро у вас настроится, я оставлю на бордер. Вот то, что мы сейчас с вами делали, примерно вот в этом режиме вы должны немножечко потянуться. Но в группе мы посмотрим, что еще как бы у вас будет, ну, где провалы. Там я буду говорить. Я всегда буду в группе. Все будет хорошо. Она типа Ауси, Ауси бодрее, но наша тоже бодрая. Все будет хорошо, я вам помогу. Мы собираемся в группе для того, чтобы совершенствоваться, а не чтобы это показывать, как мы друг другу что не можем. Да? Поэтому потихонечку.